Привет! С 9 по 15 ноября в ресторане «Галерея» пройдет фэшн-фотовыставка «Glamour Inside Out» или «Семь смертных грехов». Свое 4-летнее совместное творчество покажет стилист Василий Прохоров и фотограф Юлия Глазкова. Смотришь на эти фотографии, действительно, они выглядят чистыми и непорочными. Но если к ним внимательно присмотреться, то в каждом человеке, даже в самом непорочном, кроется какой-то грех. Было очень тяжело и очень интересно над этим работать, потому что я не профессиональный гример, ну, обычный визажист, да, который делает салонный макияж. Ну, в принципе, как бы, да, то есть вот покинуть вот эту зону комфорта и сделать что-то другое, это, наверное, перейти на другой уровень просто. Увидимся в следующий раз. Вов, знаешь, что я тебе скажу? Когда будешь ездить в Москву, езди в 4 утра, чтобы приезжал сюда в 5 вечера. Люблю.